Здравия научных, продолжаем наши видеоуроки. Давайте рассмотрим еще один удар более подробно. Удар с разворотом. Посмотрите, то есть партнер делает шаг, поворачивается и наносит удар. В принципе, делается просто. Вы делаете вместе с партнером шаг. И дальше танец маленьких лебедей. Давай на другую ножку. Посмотрите. То есть делается шаг и разворот. Вы здесь взяли замах, а дальше чуть-чуть шаг, опрокидываете и наносите удары. Итак, еще раз посмотрите, в чем здесь фишка. Вы двигаетесь так же, как и партнер. Тела ваши параллельны друг другу. Смотрите, он делает шаг, и вы делаете шаг. И дальше вы подхватываете ногу. Либо этой рукой, и дальше вы выдерживаете пах. Видите, у вас пах. И здесь отсюда вы можете выбивать ногу, отсюда вы можете коленкой выбивать. Можете просто поворачиваться и отдавать ему ножку. А дальше наносить удар. Самое главное, чтобы вы во время его поворота не остались на месте, а шагаете к нему. Вот и все. А дальше вы можете прыгать, видите, вот все эти прыжки. Поэтому рассмотрите, пожалуйста, этот съем удара.